гонок на выносливость в Европе. 2 основных класса LMP и GT. 3 ступеньки на подиуме. 4 гонки в зачет. 5 этапов. 42 болида на старте. Европейская серия Le Mans. 5-й этап, и еще неизвестно, кто станет чемпионом во всех трех классах LMP2, GTE и младшем GT-классе. В LMP2 классе 4 автомобиля борются за чемпионство, в классе старших GT борется у нас 3 автомобиля, и в классе младшем GT у нас борется тоже 3 автомобиля, поэтому только борьба. Трасса порядка до 5 километров, она имеет очень длинную прямую, 980 метров, и имеет среднескоростные и высокоскоростные повороты. Подходит тем, у кого очень хороший автомобиль изначально. Потом сыграют настройки, далее стратегия, и, соответственно, как гонщики эту стратегию будут реализовывать на трассе. Будет очень жарко. Здравствуйте, уважаемые телезрители и болельщики канала «Спорт». Прощаться, как я вам закончил. Разочарование по поводу Кирье, которые третью гонку уже сходят, при том, что в гонке они показывают очень высокий результат. В квалификации в гонке они показывают очень высокий результат, но они не могут доехать. Это очень большая проблема. Хичкок побывал на этом этапе. Молодцы. Приехали лидерами. Что бы ни случилось в гонке, сделали по максимуму. Не горячились. Даже с той же Йотой, которые они постоянно менялись местами. Доехали и стали чемпионами. Йота, конечно, еще о Йоте вспомнил. Возможно, где-то в глубине души, я даже не могу сейчас найти, почему я за них немножко, возможно, болел, чем-то, возможно, симпатизировал. Не смогли они сделать то, что сегодня сделали гонщики в GTE-классе. Ну и всего лишь довольствуются серебром. Вот это вот судьба, которая мешалась. Ты видишь, сначала 55-й номер выбивают, авария, да, потом начинаются какие-то проблемы у них, они то выиграют, то не выиграют. СМП Рейзинг, которая стартовала с 4-й позиции, скатилась на 7-8 место и смогла найти в себе силы и расположение судьбы для того, чтобы прорваться вперед и выиграть сегодняшний год. И тем самым... А, подождите, там не 9 очков, 21 очко у них было. 21 очко у них было расстояние. Это практически, ну... Это то, на что ты надеешься, что ты выигрываешь, а твой соперник проигрывает. Вообще не набирает никаких очков. Это вот это мы сегодня смогли наблюдать. Ну, это, наверное, самая такая крутая победа, можно сказать. Понятно, классно, когда ты все время выигрываешь, доезжаешь, но это может быть немножко неинтересно. А когда ты воплощаешь свои качества, каждый из команды, от механика до гонщика, воплощает свои качества, находит в себе силы и вместе делают работу настолько классно, что они получают вот такой вот результат чемпионства. Аплодуем. Ну и в классе GTC, наверное, было наиболее спокойно. Ну, класс GTC, в принципе, да, уже, чтобы не сказать, все было предрешено, но, в принципе, картина не изменилась от той, которая была в начале гонки, с теми результатами, с которыми гонщики приехали уже на заключительный этап. Вот.
Поэтому единственное, что вот этот вот 60-й номер автомобиля Race Performance, который занимал второе место, да, в общем зачете, который сошел, вернулся, приехал, вторыми в гонке приехали и заработали серебро в чемпионате.